Сегодня у нас 19 уже октября 2024 год. Я для всех все пропальщиков, паникеров, которые считают, что Украина там проигрывает, россияне что-то захватывают, хочу показать просто в динамике. Дата, видите, какая стоит на карте, где стоит положение на 6 октября 2023 года, год назад, когда началось российское наступление. Я поставил пятую скорость, посмотрим, как за это время, за год продвинулись россияне. Учитывайте, что каждый день войны здесь, 7 октября прошлого года, это около 1000 и даже больше российских потерь. Имеется в виду убитыми, ранеными и так далее. На Купянском какие-то изменения были только что. Да, тут даже сложно заметить, как все меняется, настолько здесь незначительное. Зеленый цвет, который вы видите, это то, что освободила Украина от оккупантов в 22-м году, в сентябре. Купянск, от Чугуева до Купянска. Так, вот у нас уже январь 24-го. Какие-то успехи у россиян появятся только в феврале, по-моему. Да, вот пошло выше Донецка, видите, да? От Донецка идут перемещения. В таком масштабе это мизерное расползание российской плесени по территории, огромной территории Украины. Купянск, Синькивку, как брали 7 километров, как было в 22-м году от Купянска, так в 24-м году 7 километров от Купянска расисты стоят. Да, вон от Горловки пошло, от Донецка пошло. Это уже май. Не знаю, видите, май. Прям на ходу проверю. 21 километр. Для масштаба просто, чтобы было понятно. Еще раз говорю, что в буквальном смысле 365 дней это 365 тысяч потерь. Минимум. Потому что в день россияне теряли среднестатистически больше 1000, имеется в виду, конечно, не только убитыми, но и ранеными безвозвратно. За каждый километр украинской земли, захваченной, рашисты платят десяткам тысяч своих утырков. Так. Вот Угледар захватили россиянин. Ну вот сегодня уже у нас 19-я карта закончится на 18-м. Да, давайте посмотрим, сколько же у нас рашисты захватили от Донецка, которую захватили в 14-м году, до Покровска 38 километров. Ну, и то я думаю, что это... Да, Дон Покровск. Для примера посмотрите, сколько здесь. Это Украина в Курской области захватила. 36. Ну, такие пироги. Но, правда, мы там с августа наступали. И, конечно же, такими потерями нам это не обходилось. Россияне уже прибегают к тому, что корейских, северокорейских утырков, хоббитов. Я, когда мне говорят, почему называю северокорейцев хоббитами, а южнокорейцев с уважением отношусь, потому что, во-первых, хоббитами правомерно назвать именно севернокорейцев. У них 15 за 70 лет советской власти в Северной Корее рост северокорейцев стал на 15 сантиметров в среднем ниже, чем у южнокорейцев. Вы не знали об этом? О том, что 50 килограмм, это когда северокореец, если его в армию не берут, и они на этом спекулируют, то есть стараются не переедать. То есть во мне 110 килограмм, это 2 с лишним северокорейца. Ну, такие пироги, ребятки. Я думаю, что вполне себе наглядно. И посмотрите, сколько еще Украины. Да? Это понятно? То есть, если рашисты дальше будут переть северокорейцами, там, я не знаю,
бурятами, чеченцами, которые не чеченцы, конечно, а кадыровцами. Посмотрим. Ну, я думаю, что хрен они, блин. Еще раз, вот эта вот часть, это то, что за год потратил под 400 тысяч потерь, получили россияне во временное пользование. Если будет Украина, не переймайтесь.